Все покатилось, покатилось. Теперь нас должно быть слышно. Мы просто забыли подключить микрофон. Так, нас слышно или нет, пацаны? Дорогие ребята, кто должен был сейчас быть в стриме? Извините, нам похуй. Альтернативный канал, да. А мы здесь всю ночь. Да, короче, здесь мы нищеброды, бомжи, просто неудачники. У нас нет денег на дорогой интернет, поэтому мы собрались с разных городов. Умели дома поиграть. Не пишут ничего, засранцы, а. Вот, умели дома поиграть. Здесь Питер, Москва, Московская область. Сидим, будем играть сейчас черепашек-ниндзя. Стримчик. Нас слышно или нет? Слышно нас там, скажите, а то я опять стараюсь. Сейчас там. Да, а то он орёт вот как ошпаренный. Вот блин. Слышь, вот блин, ты лучше скажи, нас слышно или нет? Видимо, нет. Напиши, слышно нас? Нас слышно или нет? Слышу шлепки. А, о, да, нас слышно. Все, поехали. Так вот, да. Мы постараемся сделать хотя бы этот стрим веселым. Извините, пацаны, кому мы на это время подрезали. Не, ну есть еще альтернативный канал. Да какой альтернативный? Да пошли все нафиг со своим. Мы постараемся сделать так, чтобы вам было весело. Потому что как-то зашел к вам на стрим, там какой-то жирный чувак сопит. Он реально не уверен в себе. Сопел минуту, потом все хаки говно. Я, блядь, как это увидел, выключил нахуй. Я там уже смотреть не мог. Блин, да я опять фиолетовый. Ну, ты по жизни фиолетовый. Я не хочу быть самый веселый, поэтому я да все, по жизни фиолетовый и все. Ты фиолетовый, да Донателло, у тебя палка длинная, ты ж зонер нахуй. С дрыном, да все, килька, блядь. Нет, подожди, а вот... Какой лэджер жир работает? Да все. Здесь есть всего две кнопки, кнопка бег и кнопка драка. Нет, я не обиделся, я сам на себя обиделся из-за того, что... пацаны мочат! Из-за того, что микрофон не подключил. Короче, мы начали заново, да, я говорю. Да, там попиши про что-то. Черепашки-ниндзя во времени — это такая сложная игра, что ее не пройти, тут надо уже силу двух городов. Поэтому Питер, Москва сегодня собрали вживую. Мы 3 часа дрочили фреймдату по этой. Фреймдату дрочили, я такой джагл задрочил за Викиляр, что он просто охренеть, вот. Да, вообще, ну ты герой! Вот был джагл. Да, еще надо было набраться хорошенько, чтобы... Мы набрались уже просто пиздец, какого-то вина, от нас уехал нолик, бухой в нолик. Да, нолик напился, его там родители уже по телефону ругали. Короче, хотел на ночь остаться, но, блин, по телефону спалили, что от него пасет, поэтому... Да, блять, откуда солдаты? Месрут, что ли? О, видишь, солдаты? Солдаты в экран полетели. У меня был, короче, кореш. Бля, пацаны, а как я вот этот Врывалово сделал? Слышь, кто понял? Коза врывалово. А я такой с разбега. А это надо это разбег и удар. Слушай, классно, я буду врываться. Удар с разбега. Бля, подожди, там кто-то пачка делает. Я чё, в самой жопе, что ли? Врывайся! Вот, у меня был знакомый, короче. Ну как, да, знакомый. У него был всякий мегадрайв. Пацаны, где я? Ну, фиолетовый какой. А, да, вот. У меня 100 жизней больше всех. Он, короче, говорил, что типа, ну, на Nintendo... У кого жизни больше всех? Черепахи говно, а на всех решает. Он, короче, когда увидел, что на Nintendo чуваки летают в экран, так кирпичей высрал, просто орал. Вообще. Тест забыл, готов сломать. Ай, фак. Да ладно, пацаны, чё вы, я на сеговском джое играю, так что... Да, чел играет на сеговском джое, утёнок. Все утенок, да! Утенок! А вот я играю на трастмастере, я вообще китайка бой. Да. Бомж нищеброд, мне поджопник даже солдат дал за это. Не, ну то, что трастмастера можно к третьей плойке подключать. Да китайцы, они все придумали. Хоть я не знаю, это. Копиварки подключили. Это джойстик прошлого, но его можно подключать к плойке, к третьей, это... Копиварки к стиральной машине. То боржи не Диабло. Боржи что-то джойстика управлять свой. Дайте, нормально взял. Полетел отсюда. Иди отсюда, да. Так, сейчас будет этот чувак. Давай, я на нем джакл сейчас. Блин, пацаны, а чё мы его не забанили? Мы же решили в прошлый раз его забанить. Да, мы в прошлый раз решили, что он гадтайр, забанить его. Вообще охренел, чувак. Давайте щемим его в углу. Давайте втроем, я думаю, мы справимся. Мы, конечно, дно и нищеброды. Куда ты полетел сюда? Да он своим трупом вообще гасит, засрать. Так куда ты там полетел? Иди сюда, нахуй. Так, ты пацаны, я не могу его убить, пойду выпью. Да, на коте, обязательно на коте. Одной рукой пью, а другой бью. Так, чё? Это оно? Да, это оно. Так, подожди, меня что-то убивает. О, да он уже в Дейнджере, подожди. Он еще таунта кидает, скотина, блядь. Так, меня там еще не убили? А, ну да. Нет, там в сторонке. Да, засранец. Сейчас, подожди, я его замешу, подожди, мешу убью. Так, короче, у меня инпут, двухфреймовый линк.
Сейчас, во-во-во, комбо срослась. Так, я вернулся, я мочу. Давай. Вы видели, как я его загнал? Просто сразу. Пошел отсюда! Убери свою руку, откуда достал. Давай. Слушай, что у меня рука из штанов лезет, а? Рука, лицо какая-то. А он умер, все? Да, все. Ура! Кавабанга! А кто там, кроме Меля? Тут, короче, моя личная шизофрения. Да, короче, пацаны, пацаны, я альтер-эго Майля. Да, мы все три альтер-эго Меля. Да, Меля, Стром и Мельстром. Я мылом срём. Да. А вот то, что Микеланджело. Вот это я, пацаны, да, все, я... Я там фиолетовый, мне подпёр... фиолетово, чего думаете? Да ими срут, что ли? Откуда столько лет? Я взорву сейчас нахуй. Набежали, блин. Так, степить надо, степить. Да, слышь, точняк, у них, смотри, никакого степкила нету. Да. Пацаны, я катался по полу. Никуда ретречек. Это ты с разгона. Обрывайся. Так, вот это как делается. Подожди, это нет. Что это такое? Во, пацаны, смотрите, какой ад классный нашел. Смотрите на Микеланджело, он хером трясет. Вообще. Так, подожди, а что, лох по очкам, а нет уже? А мне пофиг. Я всю ночь натрачил джагл. Приезжает какой-то хуй, блин, у меня руки осы покусали. Смотрите, ему осы руки покусали, гнили здоровые. Так, блядь, иди сюда, нахуй, блядь. Куда ты? Сюда. Дави, мочи нахуй. Чё пипл пишет? Да пошёл, чё он там пишет, почитаем всё разом. Тут такие рапсы. Чуваков, лови нахуй. Пацаны. Где шреддер, нахуй? А если одну палку двоим в одно место вставить и дернуть, разорвет две или нет? А слушай, а если зонт в попу вставить и открыть? Смотрите, это Angry Birds, блин, он как раз полетел, это Angry Birds. Да. Так, а чё мы... А, вот. То есть... Из-за решётки вылезли, пацаны. То есть... Из-за колючки, да из-за проволоки. Нет, то есть Angry Birds это вообще плагиат наглый на Чебурашек Ниндзя, да. Чебурашек Ниндзя, это вот блин, отсюда идея родилась. Да, пацаны, блин, был бы Чип и Дейл, я вас сейчас покидал всех. Да, Чип и Дейл, это графа не та. Это графа, смотри. Ну, о, я... смотри, Angry Birds, блин. Пацаны, а Чип и Дейл патчены на троих не делали, чтобы за гаечку играть? Нет, ну, не тру вообще. Но если ты не уходил, мы бы в Чип и Дейла бы поиграли. Какое-то, а у нас может быть... Ребята, по вашей просьбе этот стрим может быть всю ночь как-то. Тут все забирается. Играем по заказу. Не, ребят, без меня у меня шизофрения. Вернее, я шизофрения. Но она ночью не работает. Да, ночью не работает, мне надо идет по бабам. Да, у меня. Короче, но. Шизофрения по бабам. У меня. Короче, днем расстроение личности, а ночью ее только раздвоение. Борщ больше всех получается. Опа, вот мое. У тебя борщ большой. Щи с вертушки, видели эту картинку? Короче, с вертолета чувака опускает в кастрюлю с щами на крючке. Щи с вертушки. Да. Ну, Чак Норрис вообще просто. О, опять Angry Birds были. Ой, он меня... А что за летун, я не понял, стрелец. Мель хуй забил, читать полез, что там пишут? Слушай, бери вот эту хрень, сообщение лишнее, сделай нормально. Чего они хотят? Лишнее нельзя убрать, что за лишнее говно? Смотри, сколько народу пришло. Нифига себе нищеброды. Чего они хотят? Чего? Да пофиг, что они хотят. О, вообще, смотри. Я слышу, это что за говно? Да аймеш его, щеми лоха! В углу лоха давай! Ты пойми, сегодня все так, а завтра уже по-другому. Ядри его, ядри. Там что, включили что ли? Куда так что там? Не, ну если что, если мы... Не, мы игру одну пройдем, как бы, это бесплатно. Не, ну если мы кому-то очень сильно мешаем, то ничего там... Да ну, ничего, простите, да. Они могут выключить, они мы не могут против. Этот час. Мы простим их. Сейчас, чат кутежа у нас. Час кутежа, вот. Подожди, нам что там? Ребята, он ваш. Окей. Ты пока палку он крутишь нормально. Вот сейчас у меня поржать еще нет. У нас это семки здесь были, сейчас семечки. Блин, семки мне, кстати, тоже накати. Я просто палкой долблю. Ай, он меня бьет, слышишь, пацаны? Может, моя палка больше. Да, я его, смотри, по хребтине или как надавал, что она шморгает. У тебя палка длинная, это вообще зонер, кирик сраный. Нечестно кириком играет. Это чи. А Мель играет не ту любит. Да вообще. А ты Макси. А я Макси, да, я Макси. А это не Сулкалибр? Нет, что не зеленого? Скин новый нарисовал. Нет, ты что за скины рисовал? А там скины делают? Что пишут в чатике?
это ничего. Эй, кавабанга! Сколько у нас там просмотров? Там кто-то... Кто-то обещает пиздюли, что-то там. Кого пиздюли? Кому? Где кто пиздюли? Да ладно. Слышь, я как шизофрения любого, да, это самое. Натяну на барабан просто. Ладно, мы уже играем. Просто смелые такие пошли какие-то в последнее время в интернете, орлы. Да вообще, блин. Закрылые. Мы нолика вызовем, нолик всех поделят. Ну когда у нас есть Мустафа. Пока не протрезвеет, он всех надо. Да, у нас просто Мустафа есть, просто нас пиздил 3 часа просто подряд, мы его отправили домой. Пощады не давал. Так, дальше. Это что за ад? Это чужие нахрен, мы фильм перепутали, ребята. Так. Да я джедай, смотри. Так, я, значит, нет, я как... Ай, фак, джедай, убили. А, не, убили, просто уронили. Все не скейтов, сколько набрали. Смотри, прыгай там, скейт позабавили. Я чувствую неуверенность, наберу еще жизни. Блять. Сука, да их толпа просто не срут так, что ли, я не пойму, или чё, откуда они берутся? Понимаете, Шреддер сидит и их собирает своими руками. Не, Шреддер сидит сверху, как в том ролике про Тетрис. А, про Тетрис против контра, помнишь, когда? Сидит сверху такой. Ребят, кстати, можете задавать вопросы в прямом эфире, мы с удовольствием. Да, мы с удовольствием по пьяни. Любой вопрос из сферы науки вообще просто спокойно как. Есть ли жизнь на Марсе? Есть ли Марс на жизни там? Есть ли болезни на Венере? Есть ли Венера на болезни? На Венере мрачные болезни очень грустные. Потом детей нельзя. Мрачная Венера. Мрачная Венера. Венера почему мрачная-то? Потому что детей нельзя. Ну Саш, что, болеет? Болеет. Пацаны, по-моему, меня больше всех долго. Стоп, стоп, главное очков-то у кого? У Митюрюги очков больше всего. Да Митюрюги чит, блин. Митюрюги вообще чит, короче. Пацаны, давайте его забаним, а. Да не надо меня банить, вы чё? Кто чит, ты зонер, у тебя вообще палка на пол экрана. Ты чё? А у меня есть 2 КБ и всё. Да, у меня 2 КБ и всё. 2 КБ, а 2 КБ, да, у Митюрюги. А у меня, вообще маршала Лоу возьму, будет не вообще. Да пофиг, я сейчас всех тут... Подожди, отстекаться надо. Сейчас Амзиру возьму, буду морозить всех нафиг. Сколько там, они уже надоели, там будет кто интересный? Какой-то бамбук больше. Слушай, правда, честно, бамбук. Вопросов там нет от телезрителей? Там кто-то спрашивает, сколько котов осталось. Если что, коты это континью. И Амколь там поясняет, что это аркадная игра. Это аркадная игра и континью, сколько мы здесь накидаем, а не столько их осталось. У меня пока 120 сейчас, смотри, ребят, континиум нам хватит до утра. Да, не надейтесь, что мы проиграем. А если мы проиграем, мы начнем заново. Мы начнем заново, пока не пройдем, не выучим всю фреймдату, мы не уйдем со стрима. Какой-то напряженный момент какой-то, вообще просто. Прут и прут, меры не знаю. Чужие, блин. Пацаны не знают меры. Пацаны, клади чужих. Сейчас мы эту телочку вызовем, которая их мочит каждую серию, помнишь? А, точно, точно, да. Значит, уже там клоны ее какие-то. Во второй части она клёва, когда... Вот, товарищ Шреддер. Бля, Шреддер! Чё сказал? Да, лицо в бой! Я ничего не сказал. Чё-то там... Он меня квази-фази телепортировал, что за ад? Чё не сказал? А чё читер? Амколь, ты... А почему я читер? Ты бы в нашем состоянии бы прошел бы хотя бы первый уровень. Мы на тебя посмотрим. А, лови Шреддера! Спринтер уже батхер. Пойдет. Спринтер? Там видел спринтер бегает. А я думал, у меня глюки. Ребят, стойте, смотрите, видите спринтер? Я думал, у меня глюки, блин! Смотрите, 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 у меня сейчас будет батхерт, он здоровее будет стоить. Смотрите, у меня батхерт растет. Смотрите, 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 смотрите. Да, вот быстрее, быстрее бегает. Смотрите, смотрите, батхерт у спринтера вылез. Припекло! Припекло, чем экран вылез! Припекло! У нас батхерт. О, это что это за фекалоиды? А, это что? Солдаты каменные, я устал, генерал Трак. Какой, прости, генерал? Генерал Трак там у него главный был, и этот еще, короче, у него был приспешник голубого, ой, извините, светло-синего цвета, короче. Голубого нетолеранта. Слушай, ты что, нигеров нигерами, что ли, называешь? Я вообще обнаглел. Вообще борзый, пацаны, я предлагаю его забанить. Это не политкорректно, зачем все? Некорректно политно. Да. Ну, это, ребят, этот птеродактиль, он не политкорректен на самом деле. Да, а чё он голубой? Он светло-синий. Да, это большая разница. Светло-синий. Что за фидот стрелец с луком? Слушай, пацаны, вы довели птеродактиля, он даже не может сказать, что он голубой. Я по нему по фреймам попасть могу. Что у него за хитбокс? Я его уже в углу бью полминуты. Смотри. Йо! Да иди сюда.
Я! А, сосульки на башку падают, пацаны. Да сосульки, господи, я думал, это Тетрис, как помнишь, там робот, да? Гавр показывает. Кто свет выключил? Свет кто выключил? Сейчас не у тебя плазма не работает, свет, не тут свет. Ой, сейчас. Что за махач в темноте, слышите? Где мыша? Сейчас, я так перекрашу свои. Да куда ты встал, когда экран? Отбегай, не просветлело. Эй, алло. Да тихо ты, это мы в пещере, ё-моё. Ааа, блин, что ты не сказал? Я тут свет включить пытаюсь. Не, ну, ты перепил явно. Я ребята, главное, что он... Я не перепил, я перепил. Главное, что он пиздит Шредера вживую, не полез. Да. На плазму поставь решетку и броню. Да, то это... В том ролике, да! Вот, ребята, вообще в другую сторону бьет. Сейчас как в том ролике, да, плазму насквозь по Шредеру. Ооо, я шизофрения. Он уже... Не, ребята, он самый пьяный, отворачивается. И по очкам, не, по очкам. По очкам мне надо, тут, слышь, очко у меня самое большое. Коль, пристань. Потом выложите куда-нибудь этот стрим на память. Да. Да, вот так, ребята, в эти игры надо играть вот так, а не сидеть унылые. Да, мы задрачивали, как задрачивали. Сидим как тупые. Сейчас посопим, помолчим, потом забаним, кто скажет, что говно, чтобы все выключить. Значит так, рецепт, как устроить нормальный стрим. Что нажраться. Нажраться. Собрать пацанов сразу, что это, блядь, вылезло? Что это за нахуй? Откуда, блядь? Да это же мои братья, ё-моё. А, это же мельт, у тебя четвёртого альтер-эго вылезло за экран, нахуй. Слушай, а чё оно оранжевое? А чё её глаза вылупаются, когда я его бью, а? Вы моего друга до Батхёрта довели. Лови их на силу. Нет вам прощения. Он запустил Xbox, игр нет одно кинцо. Купил себе коробку, разорвало сразу попку. Еще тогда Xbox'ы забанили на турнирах. Да. Какой тебе приходит, кстати, год интересно. Там вот. Пацаны, пацаны, он лезет. Он лезет. Что это, человек говно? Тут же слэш был. Сука, человек говно. Причем в мультике это человек говно. Было ровно минуту на 200 серий. Его сделали боссом в этой игре, я охренел. Ой, Микеланджело угорает. Ну, конечно, ты что, ты все мультики смотрел, что ли? Я все серии смотрел, Черепашки Ниндзя. Ты жесткий. Я только Черного Плаща смотрел. Я и Черного Плаща все серии смотрел. Ну, вообще. А я Человек-паук. А я Человек-паук, как все. Не, Человек-паук, я мне все серии, но много смотрел. Я его с прыжка, ребята, вот, смотрите. Да, я тоже прыжка долблю, кстати. Боже, свердушка. Прыжок не комбится, джагла нет. Да что я в какой-то параше, блин, его. Да он еще угорает. Смотри, Микеланджело радуется еще. У него параше кило радуется. Сами знаете, кто что-то с креми одержит, все параши кидает, он радуется. Сейчас за имена этих людей банят, поэтому как бы все поняли, я публикую. Не, ну на самом деле здесь о нем не знаю. Да и не знаю, не знаю, да, это так, вообще. Кто это вылез? Кто? Дайте ему вылезти. Вон ищем сразу. А, пацаны, зазонил в стенку, тащите мою жопу. Он в углу мешает, ребята, Angry Leaf. Angry Leaf, короче, Nervous Leaf, давайте. А, или Angry Disconnect, я не помню, что называется, короче. Rage Quit. Rage Quit, да. Все кто-то ушли нахрен, погулять пошли, с гор закат посмотрели. Да, долбил, да. Смотрите, больше Шредера, щи Шредера, смотрите на скале. На скале, вон, смотри, на скале, я пойду смотреть. Ты ж пойду скалу мочить. Скалу там Шредера. Позамыл. Когда же он сдохнет-то, ёпта? Я почти убил скалу. Он лба, у него жизни как потёк. Держитесь, я почти убил скалу. Чё пишет? Слизень Гриммер. Чё? А недавно на PS3 играли в копию таких же Чебурашек-ниндзя и... И тоже бухие, да не... А мы трезвы, кто сказал, что мы вас... Кто тут бухой? Вот смотрите, Шредер был, смотрите, на корме. Слушай, я сейчас любого напою, кто скажет, что я бухой. Шредер худой, он вообще в колонну пошел, я пойду, короче, слушай, море. Слушай, а чё я трезвый вообще? Я не похуй, я буду море смотреть. Прикройте меня, пацаны. А я море посмотрю, меня не ебёт. Я вижу море, вот там опять спринтер. Пацаны, мы слегка тут венца накатим, все равно жизнь бесконечная. Да, давай, я сейчас налью. БТП, блядь. Да давай быстрей, все уже. Закончился, слушай. Коньяк, пиздрак, водка, хуёвка. Слушай, тебе сейчас ехать, ты... Блин, мне же ехать, а тебе не идти. Ты же не за рулем едешь. Не ты же водитель. Опять это фекалия с молотком. Так, где здесь я? Ой, я еще жив, пацан. А, нет, уже нет. Ребята, как тут конем походить? Ну, берешь коня и ходишь. Конь ходит буквой Г, да. Кстати, смотри, буква Г. 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 И еще Г. Смотрите, бежит, бегу нахрен. На, в экран. Сука, марафон тебе, что ли? Сейчас динамит взорву нахрен. Фидот-стрелец, смотрите, нахрен какой.
луком, блин. В маму свою из лука будешь стрелять. Подойди, мама, я тебя позвала обедом, она из лука мне выстрелит, все. Бадхёрд, смотрите, он прыгает, попу печет, кричит. Бадхёрд. Да. Что это вообще мне вылетело за дерево такое? Что нахрен за наёба кругом? Так, ты мужчина, ты никуда не пойдешь, ты на часы-то смотришь. Ты не пойдешь никуда, пока шведов не пойдёшь. Нет, пацаны, по девкам надо, ну блин, а вы представьте, ну надо, ну просто надо, прям чешется, вы понимаете. Играем, все будет. Сейчас, короче, знаете, за Диабло, женщина, у которых мужик, ну, которая мужик не трахает, да, да, и пошли в Диабло играть, он компенсация, какую видели туда. Они фотографируют, короче, как мужики играют, а они, типа, их не трахают, а им за это, короче, хуй видели. Пацаны, сейчас будет баба. Да, давай. Сейчас. Давай, долби. Припечет. Припечет. Ух ты, припекло-то как. А кому-то припекло там. А мне массовый бадхёрд. Сука, мне это фекалоид. Слышь, вот... что это за чувак? Мне фекалоиды эти с пылесосами достали. Фигня, у него дрын металлический, а? Дрын металлический, это ж можно что-нибудь кому-нибудь повредить во время, ну вы понимаете. Так, ребят, давайте я вперед пройду, чтобы вы потом вперед прошли, а я венца. Не, я зонер, я впереди. Я венца. Давай. Это коньяк. Коньяк, ну коньяка нет, успокойтесь. Коньяк это слишком уже. Ох, шит. Пацаны, шизофрении не дают коньяк. Представляете? Ну что я могу? Как я могу играть? Можно понажимать всякие кнопочки, чтобы я вперед проходил. Да, прошел, там больше спасибо. Помни, за венцом уже тянется нормально. Я следующую бутылочку открываю. Ой-ой-ой-ой-ой. Там пишут, почему в играх не делают режим для подвыпивших? Так это игра для подвыпивших, зачем ты так играешь? Я сама, да, для бухих. Да, на самом деле, действительно, без... Я по трезваку бы увидел этот фекалоид, вот, который шагает, я охренел бы, я застрелился бы. А ща пуфик замочил и не дышу, да. Я бы, короче, так, дайте я пройду.